Луис Рубиалес, экс-президент Королевской Испанской Футбольной Федерации, прибыл в суд Мадрида на допрос по делу, в ходе рассмотрения которого будет решено, считать ли поцелуй, навязанный им футболистке, преступлением сексуального характера. Рубиалес поцеловал нападающего сборной Испании Дженнифер Эрмоса в губы во время церемонии награждения, после того, как Испания обыграла Англию в финале женского чемпионата мира по футболу в Австралии и завоевала титул. Он заявил, что Эрмоса дала согласие на поцелуй и отрицает, что на спортсменку оказывали давление, чтобы она выступила в его защиту после того, как разразился скандал. Если в конечном итоге вина Рубиалеса будет доказана, его могут оштрафовать или приговорить к тюремному заключению на срок до 4 лет. Эрмоса, которая только что была номинирована на звание лучшего игрока года по версии FIFA, неоднократно отрицала, что дала согласие на поцелуй. Инцидент вызвал волну возмущения в Испании и за рубежом, а также усилил дебаты о поведении испанских мужчин по отношению к женщинам. Луис Рубиалес подал в отставку через 3 недели после скандала.